на внеочередное заседание ООН, посвященное ратификации Заговианского договора, собрались представители 117 стран. Простите, мисс Романов. Да? Не подпишете? Пожалуйста, спасибо. Смотрю, не только я привык быть в центре внимания. Пожалуй. Это довольно обременительно. Тем не менее, держитесь вы отлично. Учитывая ваш визит в Капитолий, вам должно быть не слишком комфортно в такой компании. Это точно. Уже поэтому я рад, что вы здесь, мисс Романов. Почему? Не одобряете все это? Договор, да. Политику не особо. В подобных делах двое решают больше, чем сотни. Если только не нужно передвинуть рояль. Баба. Я... Мисс Романов. Король Чака, позвольте принести извинения за то, что случилось в Нигерии. Спасибо. Спасибо, что пошли на подписание. Очень жаль, что капитана Роджерса с нами не будет сегодня. Мне тоже жаль. Просьба всем занять свои места. Заседание начинается. Вот он, зов будущего. Рад знакомству. Спасибо. Укангалега уикрели леня. Молили, баба. Кос. Когда из похищенного в Ваканде вибраниума было изготовлено грозное оружие, перед ваканцами встал вопрос нашего наследия. Мужчины и женщины, погибшие в Нигерии, выполняли добровольческую миссию от лица страны, долго прозябавшей в тени. Однако даже трагедии мы не позволим загнать нас назад, и мы будем бороться за мир, в который стремимся. Я благодарен мстителям за поддержку этой инициативы. Ваканда с гордостью протягивает руку тем, для кого мир... Ложись на пол! Down.